Итак, друзья, всем привет, нас хорошо видно и круто слышно. Меня зовут Максимилиан, а его... Меня зовут Андрей. Андрей, да. И мы находимся на складе компании Пати 365. Я часто здесь нахожусь, но сегодня я прямо удивлен. Я прихожу, а здесь вентилятор. И я спрашиваю: Андрей, ну вот зачем тебе нужно, а? Ладно шарики, подожди, ладно шарики, ладно звук, ладно свет. Но вентилятор, а ну-ка давай. Топ первое. Летние свадьбы, шатер. Жарко, душно, шатер не пропускает воздух, вентилятор создает свежесть. И все любят вентилятор. Все любят вентилятор летом. Ты любишь вентилятор? А? Летом. Второй момент. Выступление крупных звезд, которые активно выступают, и им нужна свежесть на сцене. Опять же, тоже помогает вентилятор. Третье. Фотосъемки, когда вот эти спецэффекты, развивающиеся вот эти вот шали, волосы. Для этого присутствует вентилятор на съемочной площадке, и все это происходит отлично. Все рады. Андрей, расскажи мне, может, это какие-то особенности, может, здесь скорость переключения есть или еще что-то. Какая фишка? У данных вентиляторов три скорости, то есть первая, вторая, третья. Четыре кнопки, да? А четыре кнопки, да. Одна кнопка включения и три кнопки регулировки скорости. То есть даже ты сможешь им пользоваться. Ставь лайк. Ставь лайк. Да, и регулировка по вертикали наклон. Но это специальные, да, сценические вентиляторы? Да, это специальные сценические вентиляторы. Они как работают? То есть ставятся вот так перед музыкантом, музыкант поет, а на него дует снизу вентилятор. Отлично. Ну, как бы тебя, давай, ставь, Все, ура. Так, ну что, друзья мои, это был краткий обзор вентиляторов, да? Да. То есть вы теперь понимаете, что такое Карлсон, да? Летом мы с вами обязательно увидимся, я в этом уверен. Да, и мы надеемся, что это будет хорошее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и Максимилиан. Все, всем пока! Пока!